Евгений Князев родился 9 августа 1955 года в Туле, недалеко от Ясной Поляны, поселок Скуратово. Окончил в 1977 году Тульский политехнический институт. Специальность – горный инженер, после чего поступил в театральное училище им. Б. Щукина, курс Л. В. Ставской, по окончании которого в 1982 году был принят в театр имени Вахтангова. С середины 1990-х годов играет в антрепризах и различных театрах. С 1994 года преподает в театральном институте им. Б. Щукина, с 2003 года. Ректор, в качестве художественного руководителя выпустил 2 актерских курса. В 1998 и в 2004 году. В настоящее время руководит целевым курсом для Московского театра опереты. Среди учеников – Дмитрий Ульянов, Олег Макаров, Станислав Дужников, Мария Куликова, Виктор Добронравов, Екатерина Чанкина, Владимир Яглыч и другие.